А на втором этаже дочка лезет, а мать ее подкусывает, учит. Вот она на третий этаж к Володе на постель хочет попасть. Буска, а это Рыжка, мать ее. А это моя постель вот внизу. Ну, а это что она? Уже вверху, считай. Глядывает, интересно. Вот вниз-то слазить трудно будет теперь. А слезет. А еще. Это вот Никитина постель, на ней она сидит. Никиты нету сейчас. Пошла. Раз мать отошла, тигра рыжая. Да я так и сказал, просто так назвал рыжая это. Как скажешь, она уже все знает. Так, а теперь это осталась одна. Что она будет делать? Так, повисла. Так, на вторую. Так. Вот она уже прямо около компьютера стоит. Все, пошла. Володя, ты их что-то так угощаешь, так. Довольны они тобой. А то у нас рыбный суп варится, я не на этот запах прибежал. Тут печка топится у нас. Понятно. Ну что, пришла тут. Мне надо садиться тут. К компьютеру. Разреши-ка. Вот маленько-то подвинься. Подвинься. Ну, кусаться еще будет она. Четвертый месяц пошел. Вот она. Мать-то что скажет тебе за это? Ну, вот так. Тут она ее и поймает. Вот 13 сентября 2016 года вот этот котенок Буска сильно боится Шарика. Шарик уставился, ждет своей очереди.
непосредственно предстоит эвакуация плацдарма, которая будет проходить под кодовым названием «Викинг». Кирту Регеру поручено задокументировать операцию для германской кинохроники. Операции «Викинг» предшествовали следующие события. После провала кампании на Кавказе, германские войска вынуждены были отойти на исходные позиции лета 1942 года. Для безопасного отхода 17-я армия под командованием генерала-полковника Рихарда Роффа между Азовским и Черным морями соорудила оборонительный рубеж, так называемый «Кубанский плацдарм». Эта оборонная позиция обеспечила не только отход всех соединений, транспортных средств и техоборудования, но и отвлекла большое число советских дивизий, которые пришлось отозвать с других участков фронта. Снабжение плацдарма производится по морю через пролив перед Керченским полуостровом. На этот полуостров ранним утром 10 октября 1943 года с плацдарма отводятся первые немецкие соединения. Оперативность – самое главное. Операция должна быть завершена еще до того, как Красная Армия узнает о ее проведении и нанесет удар. Ну, 2 сентября. Раннее утро. В 4:40 всегда стою. Кошек покормил. Снимали это. Но пошли домой. Вот у меня какая встреча будет сейчас. О! Вот она какая встреча бывает у них. Буска с Рыжкой встретились. Самый ход, а знаете, как ластится. Она всю ночь охотится, ходит там где-то в огороде, по другим там дорогам, по дворам, в поле. А это уже ждет ее. Я не разрешаю ко мне на кровать, пугаю ее. Утром проснулся, сорока ко мне залезла на постель. Буска, вот это вот, хвостик. Ой, как она тут. Да, мать вылизывает. Вот все еще я ей не даю отдельно есть. Иначе она не станет вылизывать после нее. Боюсь, дома нет, где бы она ни стала на полу тут оставлять свои отходы. Вот припала к ней. Показать один раз полный утренний мацион, завтрак. Зайду с этой стороны, вроде бы побольше увидать можно. Опа, не тут-то было. Она сорвалась. Ей есть надо. Она ходит. Видишь, как вылизывает у нее под хвостом все. Пока питается своим материнским
ее молоком. Видимо, там она разбирается. Как уперлась, и одной ногой массажирует ей вымя. Это тоже интересно. Вот утро буски. Рыжая прекрасная мать. Ее брали в другие места, где мыши заедали. Она там навела порядок. Сколько моет ее. Пусть не покажется, что долго показываю, потому что не каждый это видел. Здесь подробно. Все. Люди смотрят, как мангуста нападает на мамбу, на черную, на королевскую кобру. Интересно, а вот такое вот, это какая картина. Я вплотную подошел. Чтобы ее не спугнуть. Стараюсь потише говорить. Вот как она ее вымывает. Она и так чистенькая. Вот она. Она ее голову ей лижет. Сама себя, лапы свои, хвост. Ходила мокрая по росе. Каждую ночь выходит, выпасти просится, я ее выпускаю. Уходит на охоту. Утром крещу нету, пока сам не выйду, гляжу, бежит откуда-то. Вот заложено же это в ней. Почему такое благоговейное отношение в Египте было к кошкам? Они защищали урожай от грызунов. Этот припала. И... Ну-ка. Даже не слышат никаких. Детище свое. Вот нет у ней моющих средств. Достаточно. Никакого Роспотребнадзора не надо. Мать сама определяет. Природа заложила. То есть Бог заложил природу. И вот не надо никаких контролирующих организаций. Мать-одиночка. Это не имеет значения. А если бы было, она принесла 6... И всех выходило. Трудно, конечно, без человека. Но я на 6 выходила бы. Мышатница. Все у нее заложено здесь. Дезинфекция. Пошла. Куда пошла?
тоже лижет мать, отвечает лаской на ласку. Да, слышишь, что я сапоги убираю. Стали перед дверями. То уходите отсюда. Уходите. А то кто зайдет, вас выпустит. Все, запер. Уходи. Уходи. Уходи оттуда. Уходи от двери. Я тебя не выпущу. Иди, сиди с ней. Пришла мать попить, там вода. Ждет, когда мать туда придет. На кровать ее заманивает. Дескать, я залезла, и ты тоже лезь. О! Это я нарвал раковину бумагу, чтобы сходить, если потребуется. Не может никак ее улечь туда. Вот такое утро. Утренний эмоцион. Ну, попробуй ее поднять. Давай. Опа. Давай. Вот сюда. И вот так. Иди. Поднял. А, бесполезное дело. Вот они знают. Нет, поесть. Главное поесть. После обеда. Вот пообедали, как так и моется. А это отдельно вышло. Это на свет на окно, только контур видать. Это мать лижет свое детище. Ей четвертый месяц буски. Видишь, обе как стали на колонки на мои. Вот тут. Под ногами клавиатуру я закрываю, они наступают на нее. Все. Если у нее там что-то осталось недоеденное. Я могу даже вот так туда и сдвинуть ее. Пошла, и надо залезть. Я дал там косточки, она не знает, как пройти туда. Пойдем, вот так. Вот она пошла сюда, принес ей голубям. Вот, чтобы она... Вот там косточки, она доедает их рыбьи косточки, красные рыбы. Они не вредные. Вот это услыхала, что та ест, и скорее туда... Вот сидит на закрытом принтере.
Интересно.